24-летний Арон Драйвер, убитый в ходе спецоперации в канадском городе Стрет-Рой в провинции Онтарио, готовился совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства в одном из крупных городов страны, утверждает канадская полиция. О готовящемся теракте спецслужбы Канады узнали от своих американских коллег из ФБР. На прошедшей в четверг пресс-конференции шеф королевской канадской конной полиции Майк Кабана сообщил: «Основываясь на этой информации, теракт должен был быть осуществлен в течение следующих 72 часов. Вероятно, его целью был центр крупного города во время утреннего или дневного часа пик». Полиция быстро нашла подозреваемого в городе Стрет-Рой в 225 километрах к западу от Торонто, крупнейшего мегаполиса Канады. Арон Драйвер в 2015 году был переселен туда по решению суда под надзор полиции за поддержку группировки «Исламское государство».